проповідали, ще раз перечитав всі пункти. Є пункт, який мене ну, не те, що засмучує, але він не потрібен. Я зараз вам поясню, чому. Це останній пункт проведення акції по фарбуванню бордюрів та дерев на вулиці Радянській та проспекті Міська. Я вам об'ясню, чому цього не можна робити. Тому що в місті Миколаєві це без преувеличення самые лучшие бордюры были в Советском Союзе. Они из розового граніту. Красить розовий граніт кощунство. Поэтому нам надо гордиться тем, что у нас бордюры из граніта, а не бетонные. И беречь их, а также привести их в порядок, поднять, сделать правильно дорожное покрытие, установить пандусы, а бордюры не трогать. Все, что создала природа, гораздо ценнее. И когда-то была такая история, когда Владимир Дмитриевич выглянул в окно, это было много лет назад, и возмущенно закричал, кто это сделал. Как раз прошел субботник, когда собрались у него в кабинете. Выглянули, смотрели на площадь, площадь ухоженная, чистая, красивая, но что нарезало глаз? Ну непонятно что. Вот. Оказывается, он спрашивал, кто побелил бордюры на площади Ленина, кто побелил розовый гранит. Мрамор не нуждается и гранит покраски. Это